Вы бы смогли жить вместе со львом? Вот святой Иероним смог. Это частый и любимый многими художниками сюжет. Кто же это? И при чем тут лев? Святой Иероним обладал огненным темпераментом. Чтобы совладать с ним, он ушел на 4 года в пустыню. Как и любого человека, его мучили плотские желания. И вот чтобы избавиться от них, он бил себя камнем в грудь. Именно святому Иерониму мы обязаны появлением латинского канонического текста Библии. 40 лет он жил в пещере, где и занимался переводом. Ну и история про льва. Однажды в монастырь пришел лев. Монахи в страхе разбежались. И Иероним же подошел и увидел, что зверь ранен. Он вытащил занозу из лапы, и с тех пор благодарный лев всегда следовал за ним. Таким образом, если на картине вы видите полуобнаженного, волосатого, с камнем в руке, пером, чернильницей, черепом и львом человека, это святой Иероним.